Так, доброе утро. Вот и утречко настало. Как я уже говорил, штат Теннесси. Это пригород города Нэшвилл. Городочек называется Маунт Джулиет. Находимся мы с вами на аукционе Менхайм. Очень большой акцион. Я раньше отсюда очень часто забирал. В последнее время мы с акционами почти не работаем. Смотрите, здесь сколько траков. Здесь многие, много кто также ночевали, как и мы. Это очень большой, большой аукцион. Все, мы почистили зубы, привели себя в порядок. Пойдем, найдем этого корвета, запаркуем его здесь. И две машинки выгрузим, уже заново как надо загрузим и поедем. Хочу показать, какого громадного Dodge Ram он сюда вот загрузил. Хеми 6.4, Heavy Duty. Я на свой трейлер такой никогда не поставлю. Но вот эти семерки, ну это не очень, это Miller, это трейлер. Но Cottrell вот семерки, они сделаны очень это самое, именно для вот таких вот. Здесь у него типа ленивец еще, я такого еще не видел. Сколько здесь масла потекло. Не, у него здесь, по идее, должно было быть еще одно колесо, но он просто его снял. Ну, сам мост другой. Если взять это, и это, да, это ленивец. Он поднимается, наверное. Да, вот это тачки привозятся все на продажу. Вот интересно, Infiniti. Три ноль турбо. Это Q60. All-wheel drive. Все колеса ведущие. Что, неплохая тачка. Ребят, здесь этих машин сколько глаза видят. Я просто в шоке, как они разбираются, где что стоит. Ну, а мы стараемся... Дэвид, this way. Мы стараемся пройти вот туда. Нам надо вот в тот офис взять у них gate pass. Так, взяли эту gate pass, спринтовали у них здесь. Малого не разрешили, чтобы малый приехал. Вернее, зашел сюда на ярд. У них здесь вот это у них ярд. Так что сейчас будем кататься. Едем кататься по ярду. Смотрите, сколько здесь можно. Так, приходит, забирает. Маленькие автобусы, микроавтобусы, они водят, находят себе эту машину.
все машинки уже продались или будут продаваться. И это только один из аукционов. А сколько их здесь по всей Америке? Ужас. Вот, мужичка, нашли первую машинку. Он был с нами. Фордарик. Сейчас пойдем за моей. Здесь только мы. Больше никого нет, не было. Only by the computer, huh? Hopefully. Yeah, it's insane. This amount of vehicles. Так, вот она, ласточка. Corvette. Это мы ее будем забирать. Здесь какая-то царапинка. Здесь. Chevrolet Corvette. Как американцы говорят. Ну, Corvette. По-моему, 10-го года или какого она. Красавица. Ну все, пойду зайду. Да, он получается ключи внутри, а у него походу сели батареи. То я не знаю, как они его заведут. Вон там я вижу ключи в середине подстаканники. А двери не открываются. То походу у него с батареями проблема. Вон там вот ключи. Подъехал мужичок на вот таком автобусе. У него какие-то там специальные ключи есть. Вот старается сейчас открыть багажник для того, чтобы зайти внутрь. Так как батареи, если сдохли, то здесь нету такого варианта, чтобы ключом открывать на Corvette. Профессионал своего дела. У него здесь в этой баксочке 1 000 000 ключей разных. И, короче, вот один из них подошел на багажник. Very good job, man. Alright. So, you have a charger too, or no? Like a booster? Yeah, I got a jump box. Jumper? Okay. Let's start this bad boy. You should be in reverse before you start it. Да, ну нафиг, он еще и на стычку. Механическая коробка. У меня Corvette был, но он был это автомат. Так, ну что, завелась тачка. Бензин есть. 16 299 пробег. Довольно-таки свежая тачка. Поехали. Едем на Корвете. Мама,
Так, ребят, как я хотел загрузить, у нас так не получится. Все-таки мне придется одну машину выгрузить до того, как я приеду до вот этой BMW. Так как вот эта машина, она сильно низкая, и когда я ее сюда по диагонали поставлю, я боюсь, что вот этот порог будет упираться в это и натерет. А я не хочу это. Так, ну что, принимайте работу, друзья мои. Произошла наша очередная загрузочка. Это уже завершенная работа. Не получилось так, как я хотел изначально. Я думал, что вот этот Корвет смогу я вот сюда поставить. Но эта машинка реально очень низкая. Здесь смотрите, какая высота. Вот. Это уже с подложенной. Это, считай, у нас 3,5 инча. Я не знаю, сколько сантиметров это будет. Так как машина низкая, зазор у нас вот здесь чуть-чуть меньше, чем он обычно, но здесь вот такой лып у нее пластмассовый, то я думаю, что проедем мы первые там 50 миль, может, и проверим цепи на BMW. Нам главное, чтобы BMW был нормально подтянутый, чтобы он не прыгал, и все. Я думаю, что в этом плане все будет идеально. Этот BMW у нас скидывается первым, не доезжая до города Лас-Вегас, город Хендерсон. Но так как я эту машинку не смог туда поставить, мне придется Корвет выгрузить, скинуть BMW, Корвет поставить на хвост, и Корвет у нас получается по счету второй. И желтая, это Nissan 350Z, она у нас третья. Так что вот эти три машинки идут на Лас-Вегас, а остальные все идут к нам на Калифорнию. Ну что, поедем. Загрузка состоялась. Заеду, помоюсь, вернее, помоемся. Начальник мой в траке отдыхает. Помоемся, приведем себя в порядок и все, будем уже ехать. Если, дай бог, все хорошо будет, на выходные будем дома. Утренняя пробочка города Нэшвилл. Вроде бы уже 10 утра местное время, но пробка еще есть по 40-й дороге. Вот это вот спереди у нас виднеется центр города Нэшвилл. Да, мы берем 40-ку, продолжаем. Надеюсь, уже по ту сторону города Нэшвилл, я думаю, пробка все равно уже поедет побыстрее. Stay on I-40 West. Follow signs for I-65 North, Memphis. В общем, центр города Нэшвилл очень справа от нас остался. Keep right to stay on I-40 West. Ну все, как я предполагал. Дорога уже намного свободнее. Здесь, кстати, очень много мостов 14.0. У нас часто бывает, что очень близко к 14 высота. Здание справа апартменты, похоже очень на. In 2 miles, use the left two lanes to take the I-40 West exit toward Memphis. Вот такие, как были в Советском Союзе. У нас в Калифорнии таких практически нет. И вот этот вот бежевый цвет здания тоже очень сильно похож. И обратите внимание, вот сам штат Теннесси очень вот такой вот скалистый, каменистый. У них везде вот такие вот скалы. И сверху земля. Я не могу понять, как это так. Вот видите? Ну, вот такая у них
здесь у нас слева Петро. Съедем мы с сыночком моим на Петро, помоемся, позавтракаем и уже будем себе ехать спокойно. Так, как нам туда попасть назад на парковку? Вот здесь, наверное. Почему мне нравится днем, даже утром, и купаться, и заезжать вообще на вот эти трак-стопы, вот так как народу меньше. Намного меньше народу. Зашел себе спокойненько, скупался, помылся и никаких проблем. Вот здесь сейчас запаркуемся назад. Видите, о чем я говорю, ребят? Парковок сколько хотите днем. 11:30 дня. Сколько хотите, где паркуйтесь, как хотите. Я запарковался вот так, назад сдам и все. Идем купаться, мыться. Так, 161 экзит, 40-я дорога. Выезжаем на заправочку. У нас уже пустой бак. Вот здесь, смотрю, тоже Кеша стоит. Сейчас заправляемся и едем дальше. Местное время 6:40. 6:40 вечера. Да, уже 6:40 вечера, ребят. Как вы видите, трак-стапчик уже забитый. Но мы здесь не ночуем, мы просто заправляемся и двигаем дальше. И мне опять везет, эти ребята все в двойную очередь ждут. Я подъезжаю, трак только что освободил колоночку, так что опять подфартило. Вот так. Здорово, Кеша! 900-й Кеша! Кеша поехал. Так, а мы с вами... Хочу проверить масло и помыть сразу стекла, пока заправляется. Так, Амарило, Тексас, ребят, Амарило, Техас. В общем, заехали, хотим пообедать. Местное время 1:10. Час 10 дня, как раз время обеда. Пойдем пообедаем. Так, вот петрушка здесь красавчик. Думаю, пока идем в ресторан, можно это поснимать чуть-чуть траки вам. Вот тоже пекинчик идеальный. Вот еще один. Серьезный оверсайз. Кэт экскаватор. Короче, кто на чем? Взяли по салатику. Начальника нужно накормить. Приятного нам аппетита. Почти забыл заснять. В общем, я заказал рыба и стейк. С
такой картохой. На саночек мы заказал. Onion rings и шримп, это лучок жареный. И шримпы. Так, обед у нас состоялся. И смело можем двигаться дальше. Сколько на парковке мест? Пустые парковки нет, они берут вот так вот, паркуют. Сейчас я заеду вот здесь, помою стекло. Очень быстро пачкается стекло. И поедем. Стекло, правда, ужасно грязное. Ужасно грязное. Я просто в шоке. В Тексасе там же много вот эти фермы разные, там, в общем, для стейка. Я, короче, коровники, одним словом. И вот когда проезжаешь вот мимо этих ферм, вот стекло вот такое встает буквально за пару минут. Так что не обессудьте. Строго не судите, но хотел для вас заснять вот этот закат. Очень красивый. В общем, 22-й экзит, мы уже находимся с вами, заканчиваем штат Нью-Мексико, Новая Мексика, и заедем в Аризону. Доброе утречко, ребят. Доброе утречко или доброго времени суток всем, кто где находится. Ну, мы с вами проснулись в штате Аризона. Я проснулся без будильника, выставлял будильник я вроде как на 6, но проснулся я в 5. Сейчас, в данный момент, 6 утра. Проснулся я без будильника, нормально выспался. Вчера я в районе сколько? 10:30 я лег. Понимал, что ехать дальше уже нету смысла. Там дальше потом, если уже ехать, надо ехать до Петро, потому что нигде парковки никакой не нашел. Находимся мы с вами. Проехали только что город Флагстав, находимся в горах. Спали мы в рест-эрии, не доезжая до города Флагстав. Едем мы на запад. Едем мы на Лас-Вегас. И до Лас-Вегаса, до первой машинки, у нас 233 мили. Показывает, что 9:55 будем там, но я хочу остановиться на Тейке, там на 93-й и 40-ке возьму завтрак какой-то, может, кофе, пока. Сильно рано утром, что-то не захотел я ничего покушать, приготовить. Тем более, Давид Александрович пока спит. Так что такие дела. Тормоз.
это пластик, я не знаю, я его уже таким покупал. Но никак руки не достают взять фен и нагреть его и поправить что-то такой горбатый. Только да, они стекло меняли, то ли здесь они что-то снимали, а может расслабить вот этот болт и попробовать его. Вот. Короче, займемся. Лето было очень насыщенное, я должен был успевать и по графику работать, и плюс каждый рейс я приезжаю, то мы в Мексике были, и на кемпы ездили, и как бы для трака время уделить у меня летом времени не так особо много было, но уже сегодня, что у нас сегодня, у нас уже 13 сентября, так что, ё-моё, уже середина сентября уже. Так что дни уже будут короче, и с грузами уже совсем как-то плохо стало. Что-то я не знаю, похоже, что до конца этого года оно, наверное, только хуже будет, но ничего, не унываем. Я думаю, время найдем вот как раз, когда не сильно много будет работы. Найдем как раз и уделим время и кеш. И такой он довольно-таки затяжной. Такая вот разная штат Аризона. И пустынная местность там нанизу, как бы, если туда на десятку спуститься, там у них вообще жара. Процентов следующие 5 миль. Так что потихонечку спускаемся, ребят. Пальмы. И справа, и слева не целые деревья. Вот это все кактус. Это у нас уже в штате Калифорния. Смотри, сколько их там. Пустыня. Так, ну что, ребятки, друган мой карпа словил, два карпика
таких немаленьких дал мне. Налил маслечко. Вот такой маленький казанок. Будем жарить карп. Давай, Давидку. Давай, Ля. Давай, Мэйк. Да клади так, чтобы они заходили в масло. Ну, мишка. Ну, получается неплохо. Рыбас, рыбас. А ну дай сюда. Yeah, because the oil is so hot.